сильный дождик припустил, гремит и молния сверкает. Я смотрю, как тут капает. Привет, мои любимые. Сижу, наслаждаюсь. Такой крупный дождь. Сейчас поближе покажу. Смотрите, как красиво. Боже, боже. Лида, Лида. Видите, какой крупный дождик. Ну, а нам пора идти кушать. Сварили картошечку в мундирах. Я очень люблю. Всегда варю в мундирах. Я не люблю, когда ее почистишь и варишь. В ней тогда ни витаминов, ни запаха, ничего. Вот. И сделали салатик. Огурцы, помидоры со сметанкой. Будем кушать. Что делать? Вернее, есть. Мне кто-то писал, что за кушать? Плебейское. Кто так говорит? Это не культурно. Но у меня столько много этих, как его, учителей. Всем я благодарна. Своим учителям, каждому. Красотища. Это креслечко помыло. Оно тоже было грязное, очень прилипало к ногам. Сейчас чистенькое. Поставлю его туда. Это тут поставила, это поставлю рядышком. Между ним можно какой-нибудь столик тоже там сидеть, чаек пить. Решила этот диван не переставлять. Не знаю, почему тут стоит. Там в углу этот столик. Клееночку какую-нибудь найду, куплю. Вот, сено Юлька заберет в это, в вольер хоре. В будку. Пошла, сейчас я посмотрела, хора дрыхнет. И там что-то ножками шевелит во сне. Такая смешничая. Красотища. А там уже все проясняется, небо. Немножко. Ну, короче, не видно, не фокусируется. Здесь еще такое серенькое, затянутое. Вот. С окна, с кухни такой вид. Вон наш диванчик. Красотища. Гремит, слышите, гром? Вот хлебушек купила, что я вам говорила. Вот салатик. Такой деревенский. Помидорчики, огурчики, сметанка. Красота. Страшная сила. Ну и картошечка. Еще пар идет. Сейчас присяду. Немножко неудобно, так высоковатый стол. Ну ничего. Все прекрасно. Сейчас буду чистить картошечку. Ах, горячая. Как говорится, бисмилля, с Богом. С именем Бога, значит, бисмилля. Исм, это значит имя. Аллах, это значит Аллах, Бог. Такая картошечка прекрасная. Вообще такая вкусная. Мы уже брали ее, ну, готовили. Обалденная. Ну, в общем, чищу. Всем, кто кушает, приятного аппетита, мои любимые. Спасибо, что вы есть. Очень-очень-очень люблю вас. Прекрасного дня. Такие у нас лампы. Сюда мы поставили новую. Она не горела, помните? Еще надо побелить потолок. Там тоже. Ну, короче, весь потолок надо побелить. Будет вообще чистенько. Уютненько. Боже, мы с вами забыли совсем про календарь. Я уже с вами попрощалась. Ой, у меня тут еще понедельник. И вторник. И среда.
И четверг, и пятница. А сегодня у нас с вами суббота, 16 июля 2022 года. Не забудьте поздравить Анатолия, Василия, Ивана, Константина и Филиппа. Филипп Бедросович, тебя в первую очередь. Поздравляю с днем ангела. Пока-пока. Люблю вас. Сейчас буду кушать. О, проголодалась. А дождь припускает вообще. Слышите? Шумит.